и будем работать вместе. Тот шаг, который мы сегодня сделали, да, переход в администрацию, это лишь только усиливает наши позиции. На сегодняшний день власть нас слышит. Кто не слышит, то и помогаем услышать. Не сомневайтесь нисколько в этом. Но я вижу, что к нам приходят молодые. Я вот посмотрел список, кто сегодня будем принимать. Всех их знаю, со всеми с ними сработался, уже общаюсь. Поэтому достойно как бы идут, достойно будут работать. И вот, предваряя уже, предвосхищая сейчас голосование вот, других людей, я вот за них двумя руками, ногами за. Второй момент, вся работа Всероссийского народного фронта, нашего регионального отделения, она доводится и до Александра Владимировича Причалова, и до Сергея Витальевича Смирнова, руководителя администрации главы правительства Удмуртской Республики. В тесном контакте, тесно работаем, Андрей Борисович, вот тоже постоянно, без проблем встречи, с кем надо организуем, согласовывать вопросы. Но это не значит, что он как-то влился в совместно с властью, нет, ни в коем случае. Ваша, наша, как уже сейчас снова буду говорить, наша точка зрения, она общественная, она приоритетная, она главенствующая. Поэтому дальше также активно работаем, но немножко как бы на углах шуб не заносило, ладно? Если критикуем, то как бы предлагаем. Если предлагаем, то делаем. А не так, вот хреново, вот ничего нет, все. Ну, если хреново, давайте что-нибудь делать такое. Хорошо? Ну, еще раз повторюсь, Олег Владимирович Галина. Действительно, сейчас создана рабочая группа. Олег Владимирович у нас руководит. Мы с Натальей Алексеевной Судариковой в плотном, ежедневном, ежечасовом, ежеминутном контакте с жителями. У них всех есть наши сотовые телефоны, общаемся. Созваниваемся, ситуация тяжелая, но надо отдать должное жителям. Они действительно благодарят всех, кто откликнулся и кто до сих пор помогает. Ну и мы тоже хотели бы, чтобы вы понимали, кто может, помогает, кто не может, как бы на связи, будем думать, привлекать, возможно, как бы, если будут такие предложения, волонтеры что-нибудь помочь, я думаю, отказ от вас не поступит. Ну а всем нам, дальнейшего пути, я как бы юридически официально выхожу, но душой и телом физически я с вами всегда. Спасибо большое.